Всем пятничный привет, я Леша, сильные новости, рубрика «Короче», поехали. Сегодня избрали нового главу Белорусской Федерации хоккея. Им стал Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле. Такое возможно, если до этого ты был депутатом Палаты представителей и входил в постоянную комиссию по нацбезопасности. У Александра две олимпийские медали, одна из которых золотая. А вот с хоккеем он познакомился совсем недавно и выступал только на любительском уровне. Но давайте не будем забегать вперед и делать поспешных выводов. Быть может, именно под его руководством у нас вырастут свои легенды номер 17. И опять 25. Минчанка хотела продать детские вещи, разместила объявление уже буквально через 5 минут. С ней связались типа из Речицы, просили выслать несколько вещей с помощью курьера. Для этого нужно было ввести всего лишь данные своей банковской карты. Что было дальше, я думаю, вы понимаете. Со счета минчанки пропало 3000 рублей, которые та откладывала на отпуск. Но и на этом еще не все. Буквально на следующий день ей пришло сообщение. Ну как я тебя развел? Спасибо, мне как раз не хватало на видеокарту. Внучок обокрал свою бабушку, деньги потратил на алкоголь и одежду. В Чечерском районе бабушка обнаружила, что у нее пропала банковская карта и листочек с пин-кодом. Она заподозрила своего 21-летнего внука. И не прогадала. Он действительно стащил карту, снял 200 рублей, деньги потратил на алкоголь, сигареты, одежду и обувь. Об этом он сознался в милиции. Часть денег бабушке вернули, а вот на внука завели уголовное дело.